Что делать, что делать? Основной вопрос, который волнует начинающих, счастливых обладателей двухфантурных вязальных машин. Мы начинающие, и как осваивать машинку? Можно сразу прыгнуть с парашюта без подготовки. Вниз вы спуститесь точно, но с каким результатом? А можно тихонько по ступенчикам спуститься, сохранив прическу, макияж и хорошее настроение. Так вот, какой же способ нам выбрать? Сразу осваивать две игольницы, либо постепенно осваивать машинку, начиная с однофантурной вязальной машинки. Сегодня на вязальных посиделках мы будем разбираться с этим сложным вопросом. Приходите, задавайте любые вопросы, отвечу на все, что касается двухфантурного и однофантурного вязания. 20 часов по московскому времени. Жду вас на вязальных посиделках. Ваша Наталья Некрасова.